создание пирамиды. Есть несколько версий происхождения слова «пирамида». По самой распространенной, оно происходит от греческого «пурамис» — хлеб конической формы. Древние египтяне связывали жизнь и смерть с солнечным циклом. Идеальная форма гладкой пирамиды являлась олицетворением фараона, после смерти обращавшегося в солнечный луч. Прообразом пирамид был Бен-Бен — первичный холм из гелиопольского мифа о сотворении мира. Эта легенда так или иначе затрагивала все стороны жизни Древнего Египта. Во время додинастического периода погребальные обычаи зависели от того, где именно их проводили – в Нижнем или Верхнем Египте. До пирамид для погребения использовали ямы. Первое захоронение на месте селения Мерим-де-Бени-Салама датируют 5-м тысячелетием до нашей эры. При изучении гробниц выяснили, что тела умерших помещали в неглубокие могилы в позе эмбриона. К сожалению, по найденным там же предметам быта не удалось установить социальную принадлежность усопших. Додинастические обычаи Верхнего Египта просты, но включают целую систему погребальных обрядов. Принято выделять две культурные фазы – Бадари и Нагада. Первая длилась с 4400 по 3800 год до нашей эры. Малые некрополи на окраинах селений указывают на появление культа погребения. Тела покойных, покрытые шкурами коз или газелей, лежали в овальных могилах. Рядом с усопшими находились предметы, использовавшиеся в быту. В рамках трех периодов Нагады с 4000 по 3510 год до нашей эры погребальные обряды усложнились. Овальную форму могил сменили на прямоугольную, напоминающую дом. Размер могил увеличился, и в них стали класть больше предметов, связанных с погребением. Постройки стали прочнее, так как при возведении стен теперь использовались дерево и камень. Позднее ввели разделение по социальному статусу. Например, в Нихене знать и простолюдинов хоронили в отдельных некрополях. В переводе с арабского «мастаба» означает «скамья». Это разновидность погребальных сооружений, которые строили в Египте с древних времен до Среднего царства. Это своего рода улучшенный вариант погребальной ямы. Мастаба состояла из двух частей. Верхняя часть в форме усеченной пирамиды возвышалась на поверхности, а нижняя часть с погребальной камерой находилась под землей. Рядом с большой мастабой царя часто строили мастабы поменьше. Они предназначались для родственников и слуг правителя. В период Древнего Царства устройство подземной части мастабы постоянно усложнялось. Во времена Пятой династии было принято строить сложные системы, которые насчитывали до 30 помещений. Внутреннему убранству уделяли все больше внимания. В мастабах появлялось больше статуй и декоративных поверхностей. При VI династии мастабы украшали рисунками.
На стенах изображали сценки из повседневной жизни, которые демонстрировали благоденствие тех, кому посчастливилось обрести последний приют возле пирамиды фараона. Лучшим примером такой мастабы служит усыпальница Мерирука в Саккаре. Ступенчатая пирамида Джосера. Ступенчатая пирамида Джосера являлась центром комплекса храмов, копий дворцов и других сооружений, построенных для комфортной жизни фараона в загробном мире. Сам погребальный комплекс занимает 15 гектаров и расположен на высочайшей точке плато Саккара. Масштабы построек и тщательность работы позволяют считать его технологическим чудом своего времени. Крупицы информации о плане строительства удалось обнаружить только на одном каменном блоке. На нем был набросок склепа. Ступенчатая пирамида – первый монумент из камня. Ее высота, 60 метров, была рекордной для того времени. Построенная 4700 лет назад, изначально она была мастабой, усеченной пирамидой. Архитектор Имхотеп, возможно, счел ее слишком скромной для великого фараона и добавил ступени. Комплекс ступенчатой пирамиды окружен 10-метровой стеной протяженностью 1600 метров. Стена из белого известняка ориентирована по оси север-юг. Хотя в пирамиде 14 входов, только восточная дверь была предназначена для живых. Остальные были фальшивыми. Это были проходы для Ка-фараона. Также на стенах располагались бастионы и шпили, как в оборонительных сооружениях. Расположение этих элементов говорит об их связи с праздником Хепсет. Единственный вход в комплекс расположен в конце длинной узкой галереи. Каменный полог галереи сделан под бревна. В конце галерея расширяется. Этот проход напоминает дверной. В нем вырезаны двери и петли. Однако это лишь имитация. Вдоль галереи стоят 20 пар 6-метровых колонн, сделанных из каменных блоков. Целиком фасад выполнен в форме снопов тростника. На колоннах были найдены следы красной краски, а на стенах – черной. Это должно было создавать эффект парения колонн в воздухе, когда в галерее было темно. Камеры по обеим сторонам колоннады, вероятно, были святилищами, символизирующими Верхний и Нижний Египет. Египтологи считают, что расположение камер могло символизировать процесс отправления правосудия.
Гробница, охраняемая резными змеями, расположена в южном конце комплекса. Погребальная камера находится на глубине 30 метров. Эта низкая камера по форме напоминает мастабу и по сравнению с остальными достаточно хорошо сохранилась. Гробница сделана из розового гранита, хотя, возможно, им заменили известняк. Она слишком мала для покойника, и, вероятно, она предназначалась для Ка-фараона или конопов с органами. Позднее конопы стали ставить в той же камере, что и саркофаг с телом. Ступени из известняка ведут на запад, в подземные помещения. Предполагалось, что в некоторых из них фараон и его семья будут жить после смерти. В этих помещениях находили глиняные сосуды, в которых хранилось пиво, молоко и масло. Стены, имитирующие дверной проход, были украшены рельефами. На них изображали фараона, который держит сельскохозяйственные орудия или проводит ритуал воскрешения мертвых. Чтобы постройка дольше не разрушалась, в качестве материала Имхотеп выбрал камень. Завершив возведение первоначальной мастабы, он решил придать гробнице более внушительный вид. Идея была в том, чтобы поместить мастабы друг на друга. По данным ученых, пирамиду дважды надстраивали, и в итоге ее высота достигла 62 метров, а периметр основания составляет 121 на 109 метров. Пирамида, скрывавшая первоначальную мастабу, символизировала гигантскую лестницу, по которой фараон должен был подняться на небо. Сама пирамида – это цельная структура. Все камеры и туннели расположены под ней. Джосер Священный был основателем Третьей династии. Он правил 19 лет. При жизни фараон был известен под именем Хор-Ничерихет – Тело Богов. Джосером его нарекли лишь спустя несколько столетий в знак уважения. Его считают одним из величайших правителей Египта. Спустя 2500 лет, уже в эллинистическом Египте, в его честь был создан апокриф. Джосера считали земным воплощением Гора, бога неба. На плите у пирамиды начертано и имя фараона, и имя бога. Джосер – первый правитель, поселившийся в Мемфисе, новом административном центре региона. До комплекса в Сакаре по приказу Джосера построили немало храмов и памятников. Погребальный комплекс стал первым в своем роде, величайшим архитектурным достижением фараона. Комплекс напоминал дворец Джосера, а резьба по камню имитировала кирпичи, деревья и тростник. Учитывая все детали, очевидно, что процесс обработки камня был долгим и трудоемким. Комплекс спроектирован так, чтобы на его территории могли провести праздник Хепсет, в знак того, что фараон правит народом и после смерти. В углу комплекса можно увидеть самую загадочную постройку – храм под названием Те. Фасад его прост, а внутри – изысканные колонны джеды и резные изображения. Вполне возможно, что храм Те построили для того, чтобы Ка-фараона, посетившая мир живых,
могла наблюдать оттуда за течением праздника Хепсет. Праздник Хепсет знаменовал восстановление божественных сил фараона, хранителя порядка. Посредством серии ритуалов и церемоний, через танцы, подношения и посещение святилищ, утверждалась его божественная природа и сила. Для каждого фараона Хепсет устраивали на 30-й год его правления, хотя иногда эти сроки не соблюдались. Первый праздник состоялся в эпоху Первой династии. Для проведения таких ритуалов в границах комплекса Джосера было отведено специальное место. На юго-востоке от пирамиды. На площадке для праздника находились псевдосвятилища и платформа с двумя лестницами, символизирующими Верхний и Нижний Египет. На площадке находились два павильона, представляющие дворцы Верхнего и Нижнего Египта. Два прямоугольных сооружения стоят одно напротив другого. Их фасады напоминают храмы на церемонии Хепсет, а колонны увенчаны капителями в форме опадающих листьев. На стеле около павильонов найдены имена царицы Хетафернепти и принцессы Иниткас, что позволило сделать вывод, что эти погребальные строения были посвящены им. Погребальный храм на севере комплекса устремлен к звездам, куда усопший фараон должен был восшествовать после смерти. Внутри храма находится сердаб фараона. Это молельня, одна стена которой скошена под тем же углом, что и первая ступень пирамиды. На северной стене были два обзорных отверстия. Статуя изображает Джосера на троне. На нем мантия, трехчастный парик и намес, царский головной убор. Статуя олицетворяет Ка, царя. Он взирает сквозь отверстие на двор, и фараон даже после смерти может наблюдать за церемониями и получать приношения. Внутри ступенчатой пирамиды Джосера. Имхотеп, архитектор ступенчатой пирамиды, был важной фигурой как для фараона Джосера, так и для всех жителей Египта. На постаменте статуи Джосера, обнаруженной в 1926 году, Имхотеп воспевается как плотник, скульптор, каменщик и верховный жрец. О жизни Имхотепа известно мало. И хотя его считают основателем египетской медицины, в первую очередь он известен как архитектор.
Прорабатывая внешний вид пирамиды и другие элементы комплекса, Имхотеп стремился увековечить образ фараона. Пирамида Джосера построена из каменных блоков вместо саманных кирпичей. На тот момент она стала самым высоким сооружением в Египте. Среди всех природных материалов Имхотеп отдавал предпочтение камню. Слава мемориального комплекса Джосера пережила века и тысячелетия, а его архитектор Имхотеп был обожествлен древними египтянами позднего периода. В дополнение к центральному подземному дворцу Джосера были вырыты 11 шахт. Каждая уходила на глубину 33 метра и соединялась с горизонтальной галереей длиной 20 метров. Первые 5 галерей предназначались для членов царской семьи. Под землю вели 2 прохода. Каждый из них разделялся на 3 туннеля, ведущих к отдельным галереям. В обширном подземном пространстве хранились приношения и различная утварь. В туннеле с восточной стороны находилось 40 тысяч каменных сосудов, многие из которых принадлежали предкам царя. Погребальная камера Джосера располагалась на дне 28-метровой центральной шахты. Египтолог Жан-Филипп Лауэр считает, что изначально камера была облицована известняком, а на ее потолке были высечены пятиконечные звезды. Но в какой-то момент почти весь известняк заменили на розовый гранит, оставив только плиты, украшенные звездами. От камеры отходит множество туннелей, образуя лабиринт. Их суммарная длина составляет более 5 километров. В лабиринте есть тупики и фальшь-двери. Возможно, их сделали для Ка усопших, а не для обмана грабителей. В отличие от пирамид в Гизе, в монументе Джосера нет дополнительных проходов, прорытых ворами. В них не было необходимости. Попасть в туннели было легко, поэтому злоумышленникам не составило труда разграбить эту пирамиду. Неизвестно, когда украдена мумия Джосера. В 1934 году Жан-Филипп Лауэр нашел там только левую ступню. Этот специалист, посвятивший всю жизнь изучению комплекса, считал, что она принадлежит Джосеру. Синие камеры, предназначенные для фараона, выложены сине-зелеными плитами, имитирующими циновки, украшавшие стены и окна дворца. Сходство с циновками помогает добиться искусная резьба по камню и мастерство художников. Параллельно друг другу расположены 2 вытянутых помещения. В южном сделаны фальшь-двери, разделенные каменными блоками. Северная представляет собой проход к боковым камерам. В прилегающих камерах хранились сокровища фараона. Дверные проемы сделаны из известняка,
На них выбито имя царя. Как и в южной гробнице, они украшены искусной резьбой. Там изображен фараон, который совершает различные ритуалы в святилищах. В игре было решено разнообразить внутреннее убранство усыпальницы. Учитывая масштабы и проработанность элементов комплекса, его можно считать настоящим инженерным чудом того времени. Первая пирамида Снофру. Во время долгого правления Снофру, первого царя 4-й династии, происходит настоящий расцвет искусства строительства погребальных сооружений. Привычная ступенчатая пирамида становится покатой, что свидетельствует о новом шаге в развитии строительных технологий. Первым примером можно считать пирамиду в Медуме. Во время долгого правления Снофру, первого царя 4-й династии, происходит настоящий расцвет искусства строительства погребальных сооружений. Изначально пирамида Снофру была семиступенчатой. Позднее ее сделали восьмиступенчатой. В заключительной фазе строительства грани выровняли, добавив блоки облицовки. Но облицовка не была достаточно надежно закреплена и не опиралась на прочное основание. В результате опорные блоки со всех четырех сторон не выдержали, и облицовка сползла вниз. Тем не менее, при строительстве пирамиды в Медуме были сделаны важные наработки, которые использовались и в дальнейшем. Впервые было решено проложить церемониальную дорогу, соединяющую долину и храм пирамиды. Еще одно нововведение заключалось в расположении погребальной камеры. Теперь она находилась выше поверхности земли. Этот прием используется и в системе с тремя камерами. Ломаная пирамида в Дахшуре. Когда постройка пирамиды в Медуме окончилась неудачей, Снофру перенес свою резиденцию и царский некрополь в Дахшур. Там началось строительство нового погребального сооружения. Им стала так называемая ломаная пирамида, не имеющая аналогов в Египте. Эта пирамида также не использовалась как гробница, но она ознаменовала технологический прорыв. Она демонстрирует переход от ступенчатой пирамиды к гладкой. Это стало новой вехой в истории строительства пирамид. Кроме того, ломаная пирамида уникальна тем, что имеет два входа – с северной и с западной стороны. Камера этой пирамиды была слишком мала для человека. Вероятно, она предназначалась для захоронения статуи, которая хранит Ка, дух покойного царя.
При работе над ломаной пирамидой архитекторы успешно опробовали новый принцип. Возвести пирамиду с сердцевиной из огромных камней на горизонтальном основании. Это позволяло завершать каждую фазу строительства за один этап. Так архитектор мог полностью контролировать процесс. Но эта технология не помогла предотвратить появление трещин и оседания. Снофру приказал прекратить строительство и начать возводить еще одну пирамиду. Розовая пирамида в Дахшуре. Розовая пирамида была построена к северу от Ломаной. Так ее назвали из-за оттенка строительного материала – известняка. Высота розовой пирамиды составила 105 метров. Ее основание находится ниже, чем у Ломаной, поэтому по высоте они практически одинаковы. Чтобы придать пирамиде правильную форму и сделать грани действительно гладкими, было решено использовать блоки со скошенными краями. С северного входа, пройдя по нисходящему туннелю, можно попасть на нижний уровень, где расположены две почти одинаковые камеры с высокими потолками, ориентированные с севера на юг и соединенные проходом. В южной стене второй камеры есть выход на лестницу, ведущую к последней камере, размещенной внутри кладки самой пирамиды и ориентированной с востока на запад. К востоку от розовой пирамиды расположен небольшой погребальный храм. Возможно, к нему была проложена дорога, но раскопки это пока не подтвердили. Конструкция оказалась прочной. Завершение строительства стало настоящей вехой в архитектуре. Наконец-то, преуспевший в строительстве собственной гробницы, Снофру мог рассчитывать на безоблачное посмертное существование. Пирамиды Среднего Царства. В эпоху Среднего Царства могущественные правители 12-й династии продолжили традицию возведения пирамид. Например, Аменемхет I построил погребальный комплекс в Лиште. А Сенусерту II приглянулось местечко Эль-Лахун в Фаюме. Однако Аменемхет II и Сенусерт III предпочли Дахшур. Аменемхет III также построил пирамиду в Дахшуре, но затем выбрал Хавару в Фаюме. Случаи разорения гробниц в неспокойные времена побудили архитекторов разрабатывать все более хитроумные средства защиты.
Например, несмотря на то, что архитектурный план Хаварской пирамиды был проще, системы защиты от мародеров значительно усложнились. Кроме тупиков и потайных люков, архитекторы использовали систему каменных плит, устанавливаемых в конце строительства. Эти массивные плиты полностью перекрывали проходы, ведущие в погребальные камеры. Цари 13-й династии стали строить пирамиды в Мазгуне, к югу от Дахшура, а затем переместились в Фаюм и Абидос. Гробницы правителей 17-й династии представляли собой небольшие пирамиды из саманного кирпича. Во времена 18-й династии от пирамидальной формы гробниц отказались. Правители хранили в долине царей у подножия горы, похожей на пирамиду. Только нубийские фараоны 25-й династии снова вернулись к пирамидальным гробницам. На территории Нубии, современного Судана, построено 220 пирамид. Для сравнения, в Египте – 138. Их возводили все реже, технологии упрощались. Но пирамиды вызывали всеобщее восхищение вплоть до римской эпохи. И в наши дни они остаются символом религиозной преданности фараонов и величия Древнего Египта. Обзор некрополя в Гизе. Плато Гиза, которое египтяне считали территорией мертвых, расположено на западном берегу Нила. Комплексы пирамид здесь строили три поколения во время правления Хеопса, Хефрена и Микерина. Область, ныне известная благодаря трем пирамидам, всего лишь часть группы погребальных комплексов. Именно здесь правители того периода желали быть захороненными. Центральной точкой этого региона являлся город Мемфис, выбранный столицей Египта в начале периода Древнего Царства. Памятники в Гизе и особенно пирамиды размещены не просто рационально, а исходя из строгих правил. Учитывались и расположение относительно сторон света, и строение самого плато. Загадки сфинкса.
Сфинкс изначально считался олицетворением фараона. У существа в головном уборе фараона было человеческое лицо, а тело льва символизировало черты, присущие этому зверю – благородную силу, стремительность атаки и величественность. Благодаря этим качествам сфинксы считались также охранным символом. Неудивительно, что их статуи ставили вдоль дромосов, аллей, ведущих в храмы, чтобы охранять путь богов. На протяжении веков исследователи и историки спорят, кто изваял сфинксов, с какой целью и что они символизируют. Ответов на эти вопросы пока нет. Существует несколько теорий разной степени правдоподобности. Одна гласит, что Джедефра решил почтить память своего отца Хеопса, создав великого сфинкса Гизы. Каменный храм, примыкающий к фигуре сфинкса с восточной стороны, мог быть построен позже его братом и преемником Хефреном для поклонения божественному отцу. Это был первый египетский храм, обращенный к солнцу. Другие говорят, что сфинкс был создан Хефреном и олицетворял его самого. В пользу этой версии говорит тот факт, что известняк, использованный для работ, по происхождению и структуре схож с тем, что пошел на строительство долинного храма Хефрена. Кто-то верит, что Хеопс сам начал строить сфинкса, а его дело завершили Джедефра и Хефрен. Аргументы сторонников этой гипотезы. Стилистика гравировок, особенности Немеса и отсутствие бороды. В наследие от Древнего Египта нам достались невзрачные бесцветные сооружения и статуи. Но надо помнить, что в древности абсолютно все вещи были раскрашены. Роскошные краски сфинкса из Гизы утрачены по вине палящего солнца, наносов песка, климатических катаклизмов и беспощадного времени. Записи Абд аль-Латифа аль-Багдади, арабского египтолога XII века, свидетельствуют о том, что в его время еще были видны следы красной краски. Сегодня мы можем разглядеть лишь красные следы около уха сфинкса и голубые и желтые штрихи на немесе, традиционные для головного убора. Пигменты для красок делались вручную. Красный получали из смеси глины, кварца и раскрошенного красного железняка. Красный цвет был символичен для Египта. Это был цвет жизни и цвет смерти. Он символизировал раскаленные пески и сияющее солнце. Красный цвет также ассоциировался с мстительным богом Сетом. Красный на языке египтян – дишрет. Это же слово означало пустыню и царскую корону в Нижнем Египте. Красным цветом обычно раскрашивали тела мужчин, а желтым цветом – тела женщин. Возможно, реставрационные работы предпринимались в поздний период, за 600 лет до Клеопатры, как свидетельствуют записи на инвентарной стелле, обнаруженной в 1858 году Агюстом Мариеттом. Вот почему мы приняли решение изобразить буйство красок. Хотя в эпоху Клеопатры краски сфинкса уже наверняка поблекли. Великий сфинкс Гизы, датируемый 4-й династией, примерно 2600-2500 год до нашей эры, старейший из известных.
Он вырезан из известняковой глыбы. Его высота 19,8 метра, длина 73,2 метра, а ширина 14 метров. После первой фазы строительства для облицовки величественного монумента использовали несколько блоков из известняка. Позднее памятник реставрировали несколько раз. Шлифовка, присутствующая в игре, отражает труды современных реставраторов. Мы решили представить игрокам более каноническую версию сфинкса. Сегодня сфинкса называют отцом ужаса. Именно так переводится с арабского его имя – Абу-эль-Хул. Производная от копского «балхуба». Сфинкс является искусственным обнажением горных пород. Фигура сфинкса высечена прямо на месте из монолитной скалы. Голова создана из известняка, а львиное тело из нижних слоев породы. Сфинкс разрушался под влиянием ветровой эрозии и из-за различий в качестве использованных известняковых слоев. Также стоит учитывать уровень содержания натрия в грунтовых водах в непосредственной близости. Естественное основание видно сквозь пласты тела сфинкса, которые схожи с окрестными известняковыми породами. С античных времен люди были уверены, что внутри сфинкса находится гробница. Попытки проникнуть внутрь статуи совершались уже в эпоху Среднего Царства. С тех пор варварские набеги не прекращались, что нанесло непоправимый вред монументу. Позади памятника имелся еще один проход – 12-метровый туннель, созданный в эпоху фараонов. Он был запечатан по приказу Тутмоса IV, но охотников за сокровищами это не остановило. Проход вновь обнаружил Говард Вайс, а его схему составил Марк Линер. Этот лаз в задней части переходит в пустоты, по несколько метров каждая, ведущие в разных направлениях в тело сфинкса. Наша команда решила извлечь из этих фактов выгоду. Хотя масштабных исследований сфинкса Гизы в последнее время не было, гипотезы и теории продолжают возникать. Но не будучи доказаны археологическими изысканиями, все они являются голословными. Одна из самых популярных теорий относительно египетского сфинкса гласит, что он являлся изваянием бога Анубиса. В качестве аргумента сторонники теории замечали, что голова сфинкса несоразмерна телу. Еще одна теория утверждает существование на плато двух сфинксов, возможно, симметрично расположенных по берегам Нила. Доказательством служит изображение пары сфинксов на стеле Тутмоса IV. Однако ни одна из этих гипотез не была подтверждена. В конце 20 века велись исследования, использующие современные технологии. Наиболее значимый проект возглавлял египтолог Марк Линер,
который детально изучил плато Гиза и самого сфинкса. Картографические работы позволили узнать о породах, использованных при строительстве, составить схему пустот и самых уязвимых областей. После нескольких попыток изобразить сфинкса более пропорциональным, мы все же решили использовать реальные данные фотограмметрии. Отношение египтян к Большому Сфинксу в эпоху его создания и во времена Нового Царства значительно различалось. Изначально изваяние олицетворяло мощь и силу льва, воплощенные в фараоне, и божественную природу правителя. Полагают, что фараоны Нового Царства верили в то, что Сфинкс в Гизе был тем, кто признал и узаконил правителей Египта. Аменхотеп II признавал огромную значимость монумента, несмотря на то, что во время его правления сфинкс был частично погребен под песками. Аменхотеп II построил второй храм, посвященный сфинксу Харимахету, чтобы почтить память своих предков Хеопса и Хефрена. У фараонов этой династии вошло в традицию проводить время вместе со свитой у статуи сфинкса. Его святилище называют Сетепет — избранное место. Марк Линер убежден, что изваяние Аменхотепа II между лап сфинкса и стела, найденная Селимом Хассаном, были установлены, дабы оставить память о правлении фараона. Другие фараоны династии, такие как Тутанхамон и Рамзес II, действовали тем же способом, чтобы оставить след в истории, иногда даже растаскивая камни из окрестных храмов и пирамид. Сын и наследник Аменхотепа II Тутмос IV нередко прибегал к таким методам. Отдыхая между лап сфинкса, будущий фараон Тутмос IV увидел сон, где бог Харимахет возвещает его скорое восшествие на трон двух земель. Но это могло случиться лишь при условии, что он очистит песок, скрывающий сфинкса, и тот продолжит нести свою стражу как воплощение бога, а пески Гизы больше не потревожат его. Пятнадцатитонная стела, воздвигнутая Тутмосом IV в память об этом сне, была обнаружена итальянским египтологом Баттистой Кавилья в 1818 году, когда он предпринял попытку очистить вновь занесенного песком сфинкса. Кавилья искал лаз внутрь статуи, а вместо этого обнаружил храм и стелы между лап сфинкса. В храме даже сохранились следы пепла. По всей вероятности, он остался после ритуалов римской эпохи. Тогда же Кавилья нашел фрагменты бороды сфинкса, которая, возможно, была сделана в эпоху Нового Царства. Большинство фрагментов были перевезены в Каирский музей. Но часть хранится в Британском музее вместе с уреем с короны фараона. Считается, что фрагмент бороды сохранился благодаря статуе Аменхотепа II, которая должна была находиться под головой сфинкса. Популярная легенда гласит, что нос сфинкса был уничтожен во времена Наполеона Бонапарта, в результате пушечного выстрела. Однако, более ранние гравюры изображают сфинкса уже без носа. А значит, он лишился его до французской кампании.
Одна из убедительных гипотез основана на изысканиях немецкого историка Хаармана. В 1980-е годы Хаарман изучил средневековые арабские источники. Он обнаружил, что сфинкс считался талисманом, ответственным за живительные наводнения и богатый урожай. Около 1378 года суфий по имени Мохаммед Саим Альдар, религиозный фанатик, обезобразил лицо сфинкса, отбив ему нос. Источники утверждают, что за это преступление он был сожжен у подножия монумента. Погребальный комплекс Хеопса. Первым объектом, который видел человек, попавший на территорию комплекса, был храм Долины. Он являлся своеобразным входом в гробницу и сочетал в себе архитектурные элементы храма и портика. В храме Хеопса имеются базальтовые дорожки, с помощью которых портик отделен от остальной части строения. Считается, что так архитекторы хотели подчеркнуть подземный и солнечный аспекты загробной жизни. Погребальная дорога, соединяющая храм Долины и погребальный храм, ведет от поймы к плато. Обычно такие дороги выкладывали камнем, окружали стенами и перекрывали крышей. Судя по найденным учеными фрагментам, стены, установленные вдоль погребальной дороги, были украшены резьбой и, возможно, окрашены. Изображения посвящены разным темам. На потолке звезды, на стенах батальные сцены. На других рельефах запечатлены этапы строительства комплекса и рабочие. К западу и востоку от пирамиды Хеопса расположены отдельные кладбища. На восточном разрешалось хоронить только членов правящей семьи, а западное было отведено для различных государственных деятелей. Отдельные гробницы, называемые мастаба, расположены по схеме, напоминающей улицы. Возможно, таким образом архитекторы хотели воссоздать царский двор в загробном мире. К востоку от пирамиды Хеопса стоят три небольшие пирамиды цариц. Наклонный проход ведет с поверхности в погребальную камеру, вырубленную прямо в породе и отделанную камнем. Скорее всего, эти пирамиды предназначались для цариц. Но определить, кто был захоронен в них, пока что не удалось. Вероятно, в северной пирамиде должна была быть похоронена царица Хетепхерес, мать Хеопса. Однако в 1925 году случайно нашли ее настоящую гробницу. Царицу похоронили в подземной камере на дне глубокой ямы. В тайной камере находились царские предметы эпохи Древнего Царства, относившиеся к погребению. Но не было тела Хетепхерес. Thank you.
Неподалеку от пирамиды Хеопса египтологи обнаружили 7 ям с лодками. Точных сведений о том, для чего они были нужны, нет, но о символическом значении догадаться нетрудно. Подтверждением такой теории может служить тот факт, что ямы с лодками расположены к востоку от пирамиды, как раз в том месте, где должна была появиться душа фараона. В 1954 году ученый Камаль Аль-Малах обнаружил к югу от пирамиды 2 ямы, закрытые плитами из известняка. Открыли только одну из них. Из нее извлекли 1224 детали из кедра, и реставратор Ахмед Юсеф аккуратно восстановил лодку. Процесс занял 28 лет. Стараясь восстановить первозданный вид лодки, Юсеф скреплял детали по схеме «гнездо и шип» и соединял их веревками из растительного волокна. Греческое слово «пирамидион» означает «верхний камень пирамиды» или «обелиска». В Древнем Египте такие камни называли «бенбен». Этим же словом обозначали хлеб конической формы, служивший в качестве подношения. Пирамидион должен был одновременно повторять форму пирамиды в миниатюре и нести такую же символическую нагрузку. Несколько пирамидионов были найдены в погребальных комплексах. Первый, из Дахшура, представляет собой объект периода Древнего Царства. Он сделан из известняка, и на нем нет надписей. Несколько пирамидионов с рельефами найдено в отдельных погребальных храмах. Нанесенные на них надписи утверждают Бен-Бен как символ солнца. Пирамидионы из великих пирамид Гизы так и не шли. В игре представлена вымышленная конструкция с золотым пирамидионом, надписи на котором посвящены Хеопсу. Секреты Великой Пирамиды. Построенная около 2550 года до нашей эры, Великая пирамида Гизы стала символом Древнего Египта. Это крупнейшая из пирамид и единственная из 7 чудес света, сохранившаяся до наших дней. Цифры, связанные со строительством Великой пирамиды, поистине впечатляют. 20 тысяч рабочих, 6 миллионов тонн камня, 12 лет строительства. Самая монументальная гробница фараона. Великая пирамида должна была демонстрировать мощь и великолепие Хеопса. Она является частью огромного некрополя, также включающего в себя 2 храма, еще 3 пирамиды, погребальную дорогу и захоронение строителей. Этот внушительный комплекс был призван прославить Хеопса как одного из самых могущественных и мудрых правителей объединенного Египта. Даже спустя 4500 лет мы узнаем все новые факты об инженерном мастерстве и культуре Древнего Египта.
Недавно обнаруженные папирусы дают нам представление о жизни торговцев во времена строительства пирамид. Учетные записи бригадира рабочих рассказывают о графике и ходе работ и необходимых строительных материалах. Отметим, что уже во времена Клеопатры сведения о мистической роли пирамид, их конструкции и назначении внутренних покоев были неоднозначны. Благодаря самоотверженному труду археологов, сегодня мы приоткрываем завесу над этими тайнами. До начала работ над Великой пирамидой египтяне несколько веков совершенствовали свое мастерство. Конструкция Великой пирамиды, гробницы Хеопса, с тех пор считается инженерами и историками практически идеальной. Пирамида строго ориентирована по сторонам света. Длина каждой стороны у основания составляет 230 метров. Изначальная высота — 147 метров. Основание — почти идеальный квадрат, с погрешностью всего в 0,05%. Для достижения идеальной пирамидальной формы требовалось тщательное проектирование и точное следование инструкциям. Во избежание ошибок контроль за углом отклонения сторон велся на каждом этапе строительства. Материалом для строительства служили глыбы известняка весом от 2 до 15 тонн каждая. Египтологи до сих пор спорят о способах их транспортировки на строительную площадку. Это досконально выверенное, массивное сооружение, созданное при помощи инструментов бронзового века, является одним из самых впечатляющих шедевров зодчества. Для создания Великой пирамиды потребовалось от 600 тысяч до 2 миллионов блоков известняка. Эксперты рассчитали, что для размещения 2,3 миллиона камней надо было транспортировать 12 глыб каждый час на протяжении 20 лет. Внутренние покои были облицованы красным асуанским гранитом, а стены возводились из местного известняка, каждая плита весила от 2 до 15 тонн. Ученые до сих пор спорят о том, как именно перемещали эти глыбы. Последние исследования указывают на применение огромного внутреннего пандуса. Недавно найденные документы свидетельствуют о том, что высококачественный известняк переправляли по Нилу из карьера в Туре. Гладкий отшлифованный камень отражал солнечный свет, подобно маяку, из-за чего пирамида получила название «Горизонт Хеопса». На протяжении веков грабители и искатели приключений пытались пробраться в пирамиду. Древние тексты описывают детали интерьера так, как будто эти попытки увенчались успехом, но точных сведений по-прежнему нет. Главный вход в пирамиду располагается на высоте 17 метров от поверхности. Он смотрит на север, по
потому что ориентирован на полярную звезду. Проход был обнаружен еще во времена античности, но доступ внутрь пирамиды заблокирован огромными вертикальными камнями. Поэтому современные посетители вынуждены использовать грабительский лаз. По имеющимся сведениям, грабительский лаз был проделан в IX веке халифом Аль-Мамуном. В поисках сокровищ халиф со своими людьми смог пробить путь внутрь пирамиды. По самой популярной версии, они расширили проход, проделанный еще античными ворами. Это объясняет, как халифу удалось проникнуть внутрь этого чуда света. Попытки проникнуть внутрь пирамиды и раскрыть ее тайны не прекращались на протяжении веков. В XIX веке предположили, что другой проход должен быть в южной стене, и с помощью взрывчатки проделали в ней отверстие, но никаких результатов это не дало. В наши дни люди по-прежнему пытаются узнать больше о внутреннем устройстве пирамид, но сохранность античного памятника всегда в приоритете. Подземная камера Великой пирамиды. От изначального входа в Великую пирамиду идет коридор в подземную камеру. Его стены были вырезаны из скалы плато, а затем облицованы мелким белым известняком. Нисходящий коридор идет под наклоном в 26 градусов. Через узкий проход с низким потолком тяжело пробираться. Длина настоящего коридора — 145 метров, но в игре его сократили и расширили. При воссоздании этого места в первую очередь стремились сохранить уникальную давящую атмосферу Великой пирамиды, не затрудняя при этом передвижение. Вертикальная шахта высотой 58 метров соединяла нисходящий коридор с большой галереей. Прилегающий грот мог быть естественным образованием в скальной породе, которое расширили позднее. Неизвестно, было ли у грота другое предназначение. О предназначении шахты ходит много версий. По одной из теорий, этот канал служил для подачи воздуха рабочим в нисходящем коридоре. По другой, он предназначался для эвакуации после завершения работ в центре пирамиды. Без шахты рабочие оказались бы в ловушке после запечатывания большой галереи. Отверстие внизу шахты было запечатано уходящими рабочими для маскировки коридора. В конце нисходящего коридора, на 30 метров ниже плато Гизы, расположена подземная камера. Это выдолбленная в скале просторная комната с потолком высотой 3 метра. Неровный пол и стены указывают на то, что комната не закончена. От южной стены отходит еще один, похожий на остальные коридор, который через 20 метров заканчивается тупиком. У восточной стены вырыта яма глубиной 11 метров. Ее назначение неизвестно. В игре яма ведет в вымышленный подземный комплекс,
раскрывающий некоторые тайны игры. Назначение подземной камеры до сих пор остается загадкой. По одной из теорий, она должна была стать погребальной комнатой Хеопса, но фараон изменил решение и поднял место погребения, что объясняет незаконченное состояние. Великая пирамида в Гизе. Верхние камеры. У входа в восходящий коридор установлены три гранитные пробки весом до 25 тонн каждая. Они должны были охранять пирамиду от воров. Но воры просто выдолбили проход в обход пробок в мягком известняке. Так появился проход грабителей. Хотя в жизни проход грабителей – один туннель, который ведет сразу к двум коридорам, в игре для каждого коридора создан свой отдельный вход. Поэтому в игре один вход ведет в восходящий коридор, а другой – в нисходящий. Восходящий коридор Великой пирамиды ведет прямо в большую галерею, а вход в него расположен в 30 метрах от начала нисходящего коридора. Оба коридора имеют одинаковые размеры и наклон в 26 градусов. Кладка стен восходящего коридора ровная, а конструкция включает трапециевидные камни. Состояние пола и потолка подтверждает, что проход расширяли, возможно, в ходе или после погребения, чтобы рабочие могли двигать блоки, запечатывающие коридор. Эксперты все еще спорят о назначении большой галереи. Возможно, она должна указывать направление к звездам, предотвращать проникновение в камеру царя или упрощать перемещение гранитных блоков внутри пирамиды. Вход в камеру царицы расположен в начале большой галереи. Несмотря на название, камера царицы не считается местом ее погребения. Основываясь на знаниях о более древних пирамидах, египтологи считают, что это сердаб – комната со статуей вместилищем Ка, то есть души усопшего фараона. Камера со сводчатым потолком и размерами 5,7 на 5,2 метра расположена в центре пирамиды по оси симметрии запад-восток. На восточной стене в небольшой ступенчатой арке спрятана ниша, в которой могла стоять статуя вместилища Ка. За нишей расположен небольшой лаз, который, возможно, продолбили расхитители гробниц. В XIX веке у северной и южной стен были обнаружены две шахты. После горизонтального участка длиной 2 метра шахты начинают подниматься. Проход блокируют плиты с медными ручками. Были ли это вентиляционные шахты для строителей или проход для души фараона к небу, нам, к сожалению, неизвестно. Thank you.
Недавно в ходе сканирования камеры за северной стеной над нисходящим коридором была обнаружена неизвестная полость. Ведутся дальнейшие исследования с целью выяснить природу аномалии и избежать риска повреждения памятника. Возможно, прообразом для галереи послужили более древние ромбовидные пирамиды. Галерея – самый длинный в мире проход сложным сводом. Его длина 47 метров, а высота – 8,6 метра. Кверху стены сужаются, что позволяет лучше распределить вес. А ширина потолка в самой высокой точке – чуть больше метра. Эту технику применяли и в других пирамидах. Но такие точность и устойчивость встречаются редко. Несмотря на впечатляющий вид, галерея выполняла чисто практическую функцию. Однако какую – неизвестно. Конструкция стен, несомненно, повышала устойчивость постройки. А пол, вероятно, позволял строителям быстрее двигать блоки. По центру коридора проходит канал. Изначально пол в центральном углублении был съемным. С каждой стороны возвышаются выступы с пазами, в которые, возможно, вставляли гранитные блоки. В конце большой галереи находится вход в предкамеру, откуда можно попасть в камеру царя. Сверху расположен еще один узкий горизонтальный проход к верхней части камеры царя. По нему строители попадали в разгрузочные камеры. Дальний конец большой галереи ведет в предкамеру с заслонками, которые закрывали вход в камеру царя. Заслонки представляли собой три гранитные плиты. Они опускались в пазы, запечатывая камеру после погребения фараона. Пазы, которые удерживали плиты, хорошо видны и сегодня. Сложная система запирания состояла из каналов для веревок и блоков, которые опускали плиты в пазы, как бороздки ключа. В игре эти каменные заслонки было решено убрать, чтобы открыть игрокам доступ в камеру царя. На самом деле, после погребения строители выходили из комнаты, опуская за собой плиту за плитой. Спустя столетия грабители пробили каждую из трех плит. Следы взлома видны и сегодня. Камера царя полностью облицована красным гранитом. Высота камеры царя 5,8 метра. Над ней расположены 5 уровней с гранитными плитами весом от 25 до 40 тонн каждая. Верхний уровень венчает свод из двух установленных под углом друг к другу плит, которые сдерживают нагрузку. Как и от камеры царицы, от комнаты к северной и южной граням пирамиды идут две шахты. Через 64 метра проход блокируют гранитные плиты с медными ручками. Часть экспертов по Древнему царству считает, что шахты задумывались как проход для души фараона к звездам. При этом северный колодец представляет фараона как воплощение Ра, а южный – как воплощение Гора. К
Хотя в западном конце камеры стоит гранитный саркофаг, подтвердить, что это место захоронения Хеопса, удалось только благодаря пометкам строителей на блоках потолка. Когда саркофаг нашли, он был пуст, а его конструкция указывает на то, что раньше он был накрыт крышкой. Возможно, этот саркофаг всего лишь кенотаф в память о фараоне, и он никогда не предназначался для хранения тела. Мумия Хеопса не найдена. Ее надеются найти в еще не обнаруженных комнатах, а шахты могут указывать на ее местонахождение. Теории Жан-Пьера Удена. Разработчики игры хотели, чтобы игроки почувствовали себя первооткрывателями, особенно в Великой Пирамиде. Поэтому в игре внутреннее устройство пирамиды отражает теорию Жан-Пьера Удена. Хотя предкамеры гробницы фараона пока не найдены, Уден считает, что это объясняется уникальным расположением гробницы в центре пирамиды. Тур по пирамиде для игроков разработан на основе гипотезы Удена. Следуя гипотезе Удена об общем расположении предкамер, разработчики стремились сделать игру более увлекательной. Обычно в предкамерах гробниц хранились вещи, которые понадобятся фараону в загробной жизни. Чтобы сохранить дух первооткрывателей, дизайнеры поместили во второй предкамере уникальные сокровища. Уден считал, что восходящий коридор и большую галерею использовали как лифт для подъема блоков, расположенных над камерой царя. Он называл это внутренней дорогой. Сейчас вы стоите в коридоре, воссозданном по теории Удена, в которой он назван «Дорога знати». Именно по этому коридору деревянный саркофаг с мумией фараона доставили в погребальную комнату. Очевидно, такая конструкция предполагает, что вход в пирамиду соединен с двумя предкамерами. В ходе последних исследований у северного входа предположительно обнаружена неизвестная полость. Разработчики решили создать эту область для игроков. По этому коридору, по мнению Удена, жрецы и знать вышли из пирамиды после погребения. Внешний пандус – основная идея многих теорий строительства Великой Пирамиды. Но Уден считает, что тогда на вершине пирамиды угол наклона пандуса был бы слишком крутым. Поэтому он настаивает на двух пандусах. Внешний – высотой до середины пирамиды, который переходит во внутренний для остальной части.
Согласно теории Удена, этот внутренний пандус поднимался вдоль стен пирамиды по спирали. Узкое помещение в углу пирамиды, известное как комната Боба, подтверждает теорию. Такие большие комнаты в каждом углу пирамиды позволили бы строителям разворачивать плиты на 90 градусов и продолжать подъем. Воплощая гипотезу Удена, в игре воссоздали такие комнаты. Этот длинный коридор был первой частью восходящего внутреннего пандуса. По нему блоки для строительства пирамиды аккуратно поднимали, а затем разворачивали в угловых комнатах, чтобы продолжить подъем. Хотя разработчики воссоздали только основной пандус, Уден считал, что у пандуса было два уровня, и строители спускались по ступенчатому верхнему уровню. Уден считал, что внутренний пандус начинался у основания юго-восточной грани пирамиды. В этом месте сходились внешний и внутренний пандусы. Строители возводили основание пирамиды под нами с помощью внешнего пандуса, а для середины и вершины переходили на внутренний пандус. Таким образом, они могли возвести центр пирамиды из блоков от внешнего пандуса, затаскивая их по внутреннему пандусу. Погребальный комплекс Хефрена. В начале периода 4-й династии к востоку от пирамид стали строить погребальные храмы. Они были обращены к восходу и в то же время к миру живых. И это имело важное символическое значение. В таком храме в ходе ежедневных ритуалов воскрешали царя. Обычный погребальный храм можно условно разделить на две части. Переднюю, включавшую вестибюль и открытый двор, и заднюю, где хранились все священные предметы. В задней части храма находилось несколько важных объектов, в том числе внутреннее святилище с фальшдверью, сквозь которую душа фараона могла попасть в мир мертвых или наоборот вернуться в мир живых. Крупнейшим из погребальных храмов является храм Хефрена. Здание, полностью выстроенное из огромных блоков известняка и облицованное гранитом. Считается, что храм Хефрена и, в частности, стены двора были украшены великолепными рельефами. При этом в самом здании не обнаружено ни одного изображения царя. Преемник Хеопса Джедефра, следуя традиции, по которой каждый правитель должен был выбрать себе новое место погребения, построил гробницу в Абу-Раваше. Против обычая пошел Хефрен, один из сыновей Хеопса и преемник Джедефра. Он построил свою гробницу в Гизе, так же, как и его отец. Хефрен не просто нарушил традицию.
Он постарался создать памятник, который во всем превосходил бы достижения родителя. Пирамида Хефрена меньше гробницы Хеопса, но расположена на более высоком участке, из-за чего складывается впечатление, будто она выше остальных объектов. Из всех трех пирамид Гизы только на пирамиде Хефрена сохранилась часть облицовки из известняка. Некрополь Гизы являлся священным местом. Его границы были определены и географически, и физически. Великую пирамиду окружала стена из известняка толщиной 8 метров. Пройти внутрь можно было только через погребальный храм. Начиная с периода правления Снофру, рядом с пирамидами обычно строили небольшие пирамиды-спутницы. Функции этих объектов, которые были меньше и ниже царских гробниц, неизвестны. Считается, что они могли служить обителью для Ка фараона. В популярной литературе под Ка подразумевают душу усопшего. На самом деле все немного сложнее. Согласно верованиям египтян о загробной жизни, Ка – некая часть живого человека, которая отделяется от тела в момент смерти. В ней сосредоточена жизненная энергия. Чтобы усопший начал новую жизнь, в этом мире или другом, существование Ка, помещенной в статую, следовало поддерживать посредством жертв и ритуалов. В пирамиде спутницы Хефрена археологи обнаружили деревянный ящик, внутри которого были куски кедра. При восстановлении оказалось, что это ковчег с полозьями. Похоже, эти объекты, подобно солнечным лодкам Хеопса, уничтожили после погребения в рамках особого ритуала. Погребальный комплекс Микерина. Размеры пирамиды Микерина не столь внушительны. Однако, в отличие от пирамид предшественников, при ее строительстве использовали более сложные методы отделки. Снаружи она частично покрыта красным гранитом, а стены внутри богато украшены. Уточним, что стабильно украшать стены стали лишь в конце периода Пятой династии, когда возникли тексты пирамид. Оба наклонных прохода в пирамиду Микерина расположены в ее северной части. Верхний был закрыт во время строительства, и в итоге настоящим входом служил нижний, расположенный над основанием пирамиды. Нижний проход ведет в первую камеру, в которой впервые после периода правления Джосера имелись фальшь-двери.
Комплекс Микерина не успели достроить при жизни фараона. Гробницу поспешно доделывали по приказу наследника, Шепсискафа. И все же этот момент следует считать началом новой эпохи в истории пирамид. Сами гробницы становились меньше, а погребальные храмы росли в размерах и выделялись богатой отделкой. Например, для создания погребального храма Микерина использовали блок известняка весом более 200 тонн, крупнейший в истории строительства подобных комплексов. Погребальная дорога Микерина выстроена из кирпича, а нижняя часть – это обычный пандус. Храм в долине строили в два этапа. Основание из известняка было заложено при Микерине, а основная часть из кирпича – позднее. Храм начал быстро разрушаться, и в конце VI династии пришлось полностью его перестроить. Три маленькие пирамиды, считающиеся гробницами цариц Микерина, находятся южнее главной. Одна из них с ровной поверхностью, а две другие – обычные ступенчатые. До сих пор не удалось выяснить, был ли такой внешний вид задумкой, или строительство просто не довели до конца. Внутри пирамиды на востоке обычные камеры и проходы, как в традиционных пирамидах-спутницах для Ка-царя. Однако в ней также нашли гранитный саркофаг. По всей вероятности, пирамиду использовали именно как гробницу, а не простой кенотаф. Есть версии, что изначально это была пирамида-спутница для Ка, но позднее ее решили использовать для захоронения царицы. Кто был похоронен в ней, неизвестно. Thank you.